Сент-Браво, мы засекли 70 самолетов противника в вашем квадрате. Подтвердите. Очень смешно. Нет, не подтверждаем. Неполадки в системе автоматического контроля, сэр. Сент-Браво, будем искать поломку в оборудовании. У нас все чисто. Видно, у вас там радары барахлят. Отбой. Зулу X-Ray 6. В вашем квадрате обнаружено около 100 неизвестных объектов. Подтвердите. Не подтверждаем, у нас все чисто. Даже не знаю, что вам сказать. Может, буря на солнце? Сегодня повышенная солнечная активность. Сьерра-Дельта! Ох, у нас тут сбой системы контроля. Кого-нибудь наблюдаете? Прием! Они повсюду! Сьерра-Дельта, повторите. Вижу истребителей в секторе I-95. Как они туда вообще могли Спокойно. Попасть? Спокойно. Пробую связаться с ближайшим отрядом в этом секторе. На связи 1-й батальон 75-го полка рейнджеров. Говорит сержант Фоули. Всем постам. Спутниковое наблюдение отключено. Система акустического наблюдения и радиолокационная станция тоже не работают. Thank you.
За мной. Вперед, вперед. Что еще? На крыше лежит контейнер снабжения. Там орудие М5. Плохие новости. С юга идут грузовики. Они используют дым для маскировки. Говорит Хантер 2-1 главный. Рекомендую использовать тепловизоры. Опасность с юга. 3 дюжины грузовиков плюс пехотинцы.
Хантер 2-1. Не избавляй темп. Отличная работа, ребята. Собираемся здесь. Отлично стреляешь, Хантер 2-1. Молодцом. Контакт на час. Янус, открой меня. Вас понял, выполняю. Бомбардировщики, укрытие. 2-1 главный, ты еще здесь? Вас понял. Внимание всем, план меняется. Прямое попадание, Хантер 2-1. Не избавляй темп. Рамирос, скажи своим охранять Бургер Таун. Мы перенесем туда Рэптора. Старое укрытие рассекречено. Всем внимание. Рэптора надо перевести как можно быстрее. Надо убираться из здания, пока бомбардировщики не пошли на новый круг. Переводим Рэптора из закусочной Нейта в Бургер Таун. Рамирес! Противнику закусочный Таун. На счет три. Отлично стреляешь, Хантер 2-1. Молодцом! Один. Два. Три. Вперед, вперед! За мной, бегом, бегом! Рамирес! Контакт! Вы давайте им поесть по мне! Больше 5 точных попаданий! Молодец, Хантер 2-1! Рэптор в холодильной камере Бургер Тауна. Он там в безопасности. Дверь заперта. Не пускайте сюда русских. Домой уже в пути. Хантер 2-1. Патруль противника возле банка, к северу от вас. Прием. Хантер 2-1. Подтверждено еще более 5 попаданий. Еще 10 долой. Просто отлично. Хантер 2-1. Еще 15 противников идут к закусочной с запада. Прием. Прямое попадание, Хантер 2-1. Не избавляй темп. Рамирес, управляй беспилотником. Вражеская пехота на подходе. Не пропускай их в Бургер Тауну. Отлично, больше 5 попаданий. Хантер 2-1. Патруль противника возле банка, к северу от вас. Прием. Беспилотник уничтожен. Повторяю, беспилотник уничтожен. Ракеты недоступны. Опна. Противник укрывается у закусочной линии. Принял! Предейтер недоступен. Бамбер! Боец на стоянке Бургер Тауна! Вижу его! Не трой меня! У нас потери! Тройте меня! Контакт на 12! Иду!
Отлично! Вертушка сбита. Руби, прикрой меня! Ну куда? Хантер 2-1. Внимание! Группа бойцов противника у закусочной Така. Прием! Хантер 2-1. Голиаф 1 сообщает о вертолете противника, идущем в ваш район. Прием! Внимание! Вражеский вертолет! Еще одна вертушка. Сбейте ее. Вижу противника. Я видел стингера на крыше закусочной Нейта. К сожалению, в настоящий момент все линии заняты. Попробуйте перезвонить позднее. Сообщение 280. Не могу установить связь. Начинают поступать сообщения с места событий, пока мы не увлечены, но ясно одно. Не исключено, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей.